Доброе утро. Доброе утро. Я только что пришла с работы. Вот встречает меня бешеный зверь. Сейчас пыталась помыть. Только разводы наделала. Сейчас надо будет это этой шик-шик-шик специальной помесью побрызгать. Пришла с работы. Короче, сегодня уже 8 января. Всех с прошедшим праздничком, Рождеством. Я не знаю, вот, ребят, у нас все время в деревне было так. Мы с 6 на 7, ну, ходили, коледовали, а до 14 гадали. Или по 13 января. В общем, где-то вот это вот число. Как вот у вас это все дело происходило? Сейчас идем, моя хорошая. Сейчас идем, моя девочка. Прям такая голодная. За ночь проголодалась. Ой. Блин. Грязная. Зеркало. И вот, мне просто интересно, как вот у вас? Как вообще на самом деле? Кто как думает? Оказывается, все думают по-разному. Кофта теплая, но ни хрена не спасает. Короче, надо кошку кормить. Ладно, пишите, а то она сейчас не заткнется. Пошли, пошли на кухню. Сейчас зашла опять в магазин. Купила продуктов, потому что у меня должен Ваня прийти сегодня. Он же вчера пришел и ушел. В телеграм-канале я скинула, что Ваня вернулся, но он что-то это... Он взял билет и поехал за подарком. Забрал подарок. Это мой подарок-то от предприятия, от моего. Наверное, зарплату они высчитывают все-таки. Вот. И это... Да сейчас... Ты вон только что кушала! И вот он сказал, что еще сегодня переночует у отца. Последний денечек. Завтра уже 9 в школу. И сегодня домой придет. Вот. Поэтому... Я вообще ничего не готовила с 31 декабря. Ну как, единственное, что я сварила, суп на свинине с грибами, шампиньонами. Все, кастрюлю супа. Ну и вот когда мы в эфире сидели, я приготовила омлет. Ну это фигня, да, ведь? Омлет. Ваня придет, а тем не наестся. Для него омлет это как... выпить стакан воды. Поэтому купила, зашла в магазин говядина, свинина, пельмени 0,5 килограмма. Не знаю, на склад какие-то новые привезли на пробу. Если понравится, то вам еще возьму. Как-то надо слепить своих. Но мне не с кем лепить, одной мне неохота. Молоко наше любимое, которое аж прям со сливками. Оно... Вот этот стоит в холодильнике, потом прям такой слой сливок. Открываешь его, и они оттуда выливаются. На работе замерзла сегодня, как не знаю кто. Опять, наверное, простыл. Короче, взяла один лук красный. Такая форма интересная, как мяч. Это... Бабушка перевела денежку 300 рублей Ване на Новый год. И я, чтобы он, ну, чтобы не тратил деньги на всякую ерунду, потому что он всякую хрень покупает. Я ему купила вот такой вот набор конфет. Тут чупа-чупсы всякие разные, конфеты всякие разные, его любимые конфеты. И я вот добавила денег. Бабушка 300 рублей перевела, ну и я добавила. И вот у меня вышло на 560 рублей вот такой вот подарок. Ну, я думала, это вот такие конфеты всякие разные. Ну, вот это вот Ваня, который кушает, ему они нравятся. И я хочу еще сейчас положить это все в пакетик, завязать бантик и под елочку поставить. Он придет, надеюсь, ему понравится. Так, еще я что хочу сказать. Я купила в Магните вот такой рулет. Я не помню, по-моему, я рассказывала. А может, я рассказывала, влог не вышел, удалила.
Что-то не понравится, мне я все удаляю. Вот такой вот фирменный Доброгост. Я уже его покупала. Он просто чумачечий, очень вкусный рулет. Честное слово. Я просто язык чуть не проглотила, когда я его попробовала. Я брала маленький кусочек, и я пожалела, что я взяла маленький. Сейчас смотрю, привезли опять в магнит, и я взяла еще себе. Он такой остренький. Вот эта вот прослоечка внутри, вот эта вот прослоечка, она идет остренькая, очень острая. И мясо получается насыщенное приправами, в меру соленое, просто обалденное. Так, а что у меня тут еще? Это у меня рабочая. Булку уже второй день на работу таскаю. Ладно, Ваня придет, доест точно. Так, что еще? Так, у меня еще лимон я взяла на работу. Мне надо вот это вот лекарство купить. Мне девчонки дали, а то у меня температура была опять высокая. Горло воспалилось очень сильно. Не глотать ничего не могла. Это в ту смену еще. Сегодня я пошла в ночь на работу и думала, помру. Ну ничего, выжила. Так, это я купила крылья полкилограмма. Хочу сделать в кисло-сладком соусе. Горячие, ой, грязные носки вонючие. Ничего вы хотели? Это роба. Походи-ка. 105 рублей яйца нашла. Самые дешевые, хороший размер, смотрите. Отличный размер. 105 рублей. Красавчики. Будем есть яичницу, значит. Набрала Феликса. Маша тут, когда свою плюшу приносила, она приносила Феликс. Она ее кормит вот этим вот Феликсом. И знаете, там такое прям мясо, куски мяса мне понравилось. Я думаю, дай-ка я тоже попробую. Потому что они у меня вот эти вот не очень, ну, уже мурка. Она не очень ест. Она почему-то именно жидкость съедает, жидкость. А сами эти она не ест. А вот эти вот кусочками, которые, она вот не вот такие, видите, маленькие. А вот такие. Вот такие она ест. Тут вот тоже, видите, кубиками они нарисованы. Вот она не ест такие кубики. А вот эти вот полосочки, они прям как куски мяса. Она съедает. И я тоже сейчас вот нашла, купила. И то. Для разнообразия. О, какое-то новое взяла. Утка в соусе с морковью. В соусе, главное. В соусе. Я такое не брала. Первый раз взяла. У меня, кстати, маникюр. Я же его сделала. Вот этот пальчик переливается. Они так красиво светятся. У нас сегодня на улице так холодно. Пипец какой-то. Еще взяла вот такой вот. Понравился мне Мурке. Вот такой вот корм. Но я его мало беру. Потому что это какой-то он подозрительный. Мне он не шибко, но ей понравился. Она тут даже кусочки съедает. И вот это взяла килограмм наггетсов. Ваня. Ой, я же еще вот что взяла. Вот взяла вот такой вот халапеньо. Потому что я уже съела целую банку вот такого халапеньо. Этот дядя Ваня, производитель, так, сколько здесь? Здесь тоже 350 грамм. Ну вот, я переживала. Но мне вот этот вот дядя Ваня не очень понравился. Вот этот намного ядрёнее, и он намного вкуснее. Это Global Village. Global Village. Вот этот вообще просто вкуснющий перец. Обалденный. Так что вот. Стоит он 150 рублей. Представляете, я за 3 дня съела целую банку. Так что вот. Чеки. А что, сколько у нас по чекам? Давайте посмотрим. Я чеки взяла. Вы же все время спрашиваете, да? Сколько у меня ушло? Так, вот один. Дом Мурка! Ты что кричишь-то? Иди да садись на горшок, он чистый.
Нет, на аппарат. Короче, 449 рублей один чек. Это яйцо, крыло и пельмени. 450 рублей вот чек. Мурка! Второй чек. 596 рублей. Ну, это 600 рублей, считайте. Это эти вот корма. Наггетсы. Покупала я. И вот еще один чек. А, нет, это не тот чек. Это я на работу вчера. Вот. 385,78. Ну, тут, если... Что вам рассказывать? Рулет, он стоит 600, 700 рублей килограмм. 700 рублей килограмм. Я взяла 378 грамм на 264 рубля. Вот так вот. Корм так. Я один взяла. Иди на горшок. Ты что с ума сходишь? Ну ты же на горшок хочешь. Иди. Он чистый, не ври. Ой, это невозможно. Я пошла, короче, это... Посажу я на горшок. Положила конфеты вот сюда в пакетик. Такой пакет. Ну, Ванина игрушка-то это любимая. Вот сейчас у меня есть такая лента. Я тортики упаковывала. Сейчас буду бантик здесь сделать, чтобы красивенько смотрелось. Подарочек от бабушки стоит и ждет, когда Ваня придет. Я мультик. Там Ваня пришел. Он же уходил. Он же пришел и ушел обратно к отцу. Переночевал. Я на работу ушла в ночь. Сегодня, короче, пришел обратно. Сейчас он позвонил в домофон. Вернулся наш блудный Будулай. Да, тетя. Я только что проснулась. Время 6:30. А меня выключило просто. В 5 часов где-то меня выключило просто-напросто. Я лежала вон кино, вот это начала смотреть. И уснула. Я сейчас скажу. Что? Я знал, то, что надо будет вечером прийти. А если бы ты не пришел, меня бы не выключило. А где подарок? Какой подарок? Это вот так вот с подарками? Нет. Обращаешься. Ты чё? Ну что, как у папы посидел? Все? Он уехал? А? Завтра. Ладно. А куда он хочет уехать? Так обратно-то в свою деревню. Ты дверь закрыл опять? Не закрыл? Пришел. Постоянно двери открыты. Утром на работу выхожу, дверь открыта. Закрыта. Ну-ка покажи, что там подарили-то у меня от предприятия хотя бы. Так, вот берем нашу сумочку, открываем. Включи хоть свет-то. Что не здороваешься? Так я поздоровался с моей любимой красотуречкой. Я со зрителями говорю. А? А, ну все равно всем привет, мои ловчики, мои помидорчики. Так, что нам подарили? Вот такой пакет конфет. Я еще, блин, две конфетки скушал. Ты же сказал, что ты его не открывал. Открывал. После твоего звонка я тебе сказал только, я тебе сказал... Я, говорит, не буду открывать его. Я тебе сказал... Короче, мама всё, обычно давай. Придумывает. Она мне... Ага. Я, потому, я говорю, мне надо с тобой каждый разговор записывать.
У меня мама такая же. Я тебе говорю то, что мама, я открыл его, уже достаю. Смотрю, там вот эта колонка. Все, хватит трындеть, давай сюда. Посмотри, что там подарили-то. Позорный такой подарок. Ужас. А деньги собрутки, это пол зарплаты. Так, вот такие конфеты. Ужасные конфеты. Вкусные? Ну, лишь бы тебе понравилось. Я люблю такие. Ну, я знаю, что ты вот эти любишь. Обожаю. Ну, вот эти ты не любишь. Какие? Вот эти. Да. Ну. Это вот эти есть. Ты любишь. Не люблю. А ты уже съел? Нет. Вот эти ты, Ваня? А, нет, мы их не покупали. Да. Вот такие. Они похожие. Орешками, да. Я люблю орешки вот эти. Я съел, говорю, две конфетки съел. Одного вида. Вот это... Я вообще не знаю, что за конфеты. Я вообще не знаю. Вот, вот. Первый раз такие конфеты вижу. А это... Ой, вот это можно я съем вот эту одну дольку? Мама! Это мармеладка. А ты знаешь, это что я тебе с радостью дам? Да, спасибо. Я одну только съем и все. Да я не против, возьми сколько хочешь. Ну, вот такие тебе нравятся конфеты. Вот это ты, не... вот это ты тоже не любишь. Когда? Вот эту ты один раз пробовал. Ну, не знаю, тебе то... Нелюбимые твои, короче, конфеты. Ну давай, что там? Показывай. Ей, и вот это вот самое главное было в коробочке. Ну давай, ты ее доставал уже? Да. Мы уже смотрели, ее проверяли. Работает? Работает. Какого тебе цвета? О, прикольно. Она разные цвета. Ну сама-то, вон тут видишь их несколько оформлений-то цветов. Да. Сейчас, ну давай. И сразу же сегодня переодеться, одежду всю, стирку, помыться в душ. Давай. Why? Да, ну смотрите, с самого начала, как видите, у нас зайдется белый свет. Нажимаем вот сюда. Ух ты, ну это как ночник получается. Это мы меняем свет. Угу. Ой, не свет. И вот так вот. Угу. Ой, она разные цвета имеет, ага. И, по-моему, вот так вот, если мы... Просто белый. Подожди. Она заряжается от сети? Или она как работает? Она заряжается... Знаю, дай сюда! Вот моим зарядником она заряжается. Ага. Он off. Все понятно. Так, что тут еще? Аукс. То есть можно через наушники слушать. Да. И можно флешку вставлять. Да. Ну, так она получается... А, так она еще... Ее можно еще повесить. Да. Вот так вот еще ее можно повесить. Вот такие у нас на работе подарили нынче подарок. В том году что-то было подобное, он сразу же сломался. Помните видео старое? А как ее подключить к этому? Ну-ка, включи что-нибудь, какую-нибудь. Я не знаю, папа включил. Ну, знаешь, что мне больше всего понравилось? Так вот, колечко. Смотри, у меня есть колечко. Угу. Так, как-то еще надо было зажать, по-моему. Ну, давай уже. Что-нибудь-то включи. Она будет переливаться. Как переливаться? А, разными цветами переходящая будет, да? Ну, вон она только что переключилась. Я сам нажал, потом. Ага. Ну, как-то должна, вот мы с папой все никак не могли разобраться, как она так делает. Я как-то вот так вот случайно зажала, она такая... Пришел, даже маму не поцеловал, не обнял. Ну, так вот. Так много кликали, она как тик-пик-пик. Ты когда вчера же приходил? Да. Вот вчера нацеловались, наобнимались. Че нет? Не нацеловались? Да. А че не целуешь-то, не обнимаешь? Показываю подарки. Сначала обнимают, целуют, а потом показывают подарки. Ладно, все, тебе надо помыться. Все. Чего я вчера мылся? Фу. От тебя папаша воняет. Я как только пришел, сразу... Ну, ты не видишь ничего там под елочкой? А, вот еще. О, вон, видишь, заработал. Только она не переливается, она просто мигает. Она должна прямо вот так вот легонечко... Пить. Ваня дома такой дубак, я просто околела. Сегодня ходила в носках, в твоих перчатках и в этих... В шали. Ты ничего не говорю, не замечаешь? Нет.
А ты посмотри внимательно. Тут приходил Дед Мороз, пока нас дома не было, оказывается. Это типа намеки, то, что сейчас по елке лежит? В смысле намеки? Офигеть! Майнкрафт! Ляля большая. Давай, садись на пол, а то у меня на диване там, на диване постельное, не влезет ничего. Открывай. Дедушка Мороз послал тебе подарок. Интересно, отгадаешь от кого? Так, ну знаешь, на кого вот эти вот бантики похожи? Кто вот так вот их любит резать? Кто? Мама. Не угадал? Да угадал. Дедушка Мороз у нас нынче был этим, как сказать, передатчиком. Он передал подарок от кого? Сможешь отгадать? Так как мы с тобой не съездили в гости. И вот он Мурка сейчас съест эти бантики. И он привез от этого человека тебе подарок. К нам под елочку. Че, нету догадок? Кто это мог сделать? Сколько конфет! Офигеть! И все мои любимые, даже вот эти есть мои конфетки. Я их обожаю. Я знаю. Чупа-чупсы. Ой, это, по-моему, еще вот эта конфетка с шипучкой. Ну, наверное. Да это же без шипучки вообще офигенно. Ой, как много. Ну-ка, давай, открывай, посмотрим, какие у тебя любимые конфеты. Высыпи на пакетик. Разверни. Это тебе подарок, Вань? Бабушка Галя передала. Бабушка Галя? Да. Ну, это понятно, это видно, то, что она знает, какие конфетки-то люблю. Вот такие чупа-чупсы, вот такие конфетки, вот такие конфетки, вот такие. Вот это вот Ванина любимая, прямо, ну, да. Все их обожают. Потом вот эти Ваня любит конфеты. И вот эти еще мама, мы с мамой любим вот такие конфетки. Да, вот эти, потом вот эти, с клубникой, угу. Вот такие чупа-чупсы. Не из-за вида, а просто из-за вкуса и то, что это шипучка такая. Вот такие чупсы. Тут вкус вот это. Апельсин, яблоко и что еще? И клубника. Видишь, да. Три таких, один такой и два вот таких вот больших чупа-чупса. Что, все? Чупа-чупса? Вот еще вот такой чупа-чупс, да. Ну и вот и конфеты тут всякие разные. Ты любимый. Да мне такого на год хватит. До следующего года. Ну что-то я сомневаюсь. Вот должны быть подарки-то новогодние, а не какую-то фигню. Ага. Дарят. Ты смотри, сейчас муха тут сейчас все съест. Парфе. Муха. Конфеты дырит. Возьмет конфету и ходит с ней по квартире. Смотрите. Пока никто типа не видит. Ваня не выглядывает. Она следит за тобой. Все, вот Ваня. Все, она пошла за тобой. О, видишь? Она так испугалась. А ты там что бросил-то? Портфель с обувью или что там у тебя, блядь? Убери в этот на вешалку, повешай.